Так. Уважаемые друзья и коллеги, всем доброго времени суток. Давайте, пожалуйста, перед выступлением любого вебинара традиционно попробуем уточнить все-таки, как нам друг друга видно и слышно. Заодно мне нужно понимать, есть ли кто-то на другой стороне. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как вы меня слышите, циферки в эфире. Видно, слышно. Десяточка. Виктор, вы один, значит, у нас. Больше участников нет. О, есть Ирина, отлично, супер. Спасибо. На девятку говорить попробую погромче. О, хорошо. Отлично, значит, два человека, супер. Вам сегодня вообще крайне, на мой взгляд, повезло, и вы мне обязательно в конце встречи скажите, насколько я ошибаюсь или нет. В связи с этим заявлением, надеюсь, что оно вам не покажется таким самонадеянным. Мы сегодня поговорим про то, как сконструировать программу лояльности именно для сектора финансовых услуг. Я вообще самими программами лояльности во многих значениях этого слова занимаюсь достаточно давно, несмотря на то, что не всегда это было моей прям прямой специализацией, все равно так или иначе какую-то сторону лояльности в цифровых коммуникациях я так или иначе использовала. И, ну, мне кажется, мой опыт какой-то общий будет вам полезен. Значит, у нас сегодня 50 с чем-то слайдов, я постараюсь уложиться в то время, которое есть. В любом случае нам времени не хватит, это всегда так бывает, это уже даже можно не загадывать. Значит, о чем хочется, ну, сразу предупредить, то есть какой у нас план. Во-первых, чуть-чуть по программе лояльности я все-таки самим по себе пройдусь. Информация может быть не новая, но во всяком случае достаточно хорошо, вот на мой личный взгляд, структурирована. И будет, может быть, какие-то будут идеи приходить по ходу просто структуры. Иногда вот когда знаешь, как оно устроено, сразу какая-то возникает идея, как это можно реализовать именно в своем секторе. Потом мы пройдемся в принципе по кейсам. Кейсы будут FMCG структуры. И я расскажу кейсы, которые мы сами пытались воплотить так или иначе, и некоторые, которые мне в принципе понравились, в том числе зарубежные. Очень многих областей, которые связаны с программой лояльности, мы касаться не будем. В частности, мы не коснемся построения программы лояльности и вообще лояльности клиента к бренду с помощью social media. Это огромнейшая тема, и там история со сбербанковскими свечками в Одноклассниках, если вы о ней знаете. Знаете эту историю, нет? Ирина, Виктор, отзовитесь. Если знаете, напишите, например, плюс. Если не знаете, о чем идет речь, о каком кейсе, напишите минус. Угу. Вот Ирина пока не в курсе событий, Виктор молчит, видимо, не хочет обнаружить какую-то неосведомленность. Это на самом деле не страшно, когда кто-то что-то не в курсе. Ну, просто, во-первых, это было довольно давно. Это, по-моему, то ли 2008, то ли 2009 год. Ну, то есть мне память в этом плане немножко подводит. Значит, перед Новым годом Сбербанк проспонсировал в Одноклассниках механику передачи подарка друг другу. Там была такая красивая теплая свеча. В ней можно было выбрать пожелание. И вот такая, из такого зеленого цвета, там, по-моему, даже пламя зеленое было, сейчас точно не помню дизайн. Вот. И, значит, пользователи могли к любому сообщению на страничку другому пользователю запостить подарок. Ну, это такая стандартная механика социальной сети. В общем, ничего не предвещало. Все и так друг другу там какие-то делают цветочки. Ну, вы знаете, наверняка, что такое подарки в социальных сетях. Вот, но вот с удивлением обнаружили потом СММщики, что именно вот эти свечи перед Новым годом, как ни странно, ну просто какой-то бум, ну просто там был бум какой-то вот. В общем, взорвали интернет.
Впоследствии, причем до Сбербанка никто не спонсировал данный раздел подарки вообще никак, не выкупал там собственный подарок, не делал собственных эмоджи, которых тогда вообще еще не было даже и в помине. В общем, был довольно удачный кейс. И что касается social там медиа, есть огромные возможности по там, организации лояльности к бренду, поддержкам в том числе и программ лояльности тоже. Вот. Но об этом сегодня разговаривать мы не будем, хотя, безусловно, очень такая интересная тема, ее можно бесконечно рассказывать по кейсам. Она вот не такая многогранная. Ее минус просто для меня как специалиста в том, что, во-первых, существует много аспектов, по которым проявляется лояльность, да, и лояльность социальной сети совершенно не конвертируется в заказы, то есть совершенно не всегда, да, она может влиять на общий фон, отношение к бренду, такая общая лояльность к бренду, вот, которая, ну, с 2008 года уже стало понятно, что это, конечно, важный фактор, особенно для Сбербанка, но в целом во времена сегодняшние хочется всем, чтобы программа лояльности была не только как лояльность к бренду, да, а как повышение среднего чека, возможность конвертации лояльности в какое-то конкретное финансовое действие и так далее. И вот я хочу с этой точки зрения как бы рассказать свою презентацию. Согласны ли вы с таким планом, уважаемые слушатели? Если согласны, напишите плюс, я буду рада. Если нет, то мы сейчас план пересмотрим. Напишите ваше предложение. Я тоже буду счастлива. Вы, пожалуйста, если возможно, от экрана монитора не отходите, потому что, ну, когда народу мало, в принципе, спикеру тяжело рассказывать. Вот. Ну, понятно, Виктора мы потеряли, Ирина. Спасибо вам большое за обратную связь, я поняла. Все-таки программа лояльности финансовых услуг отличается от FMCG во всех смыслах данного слова. Считаете ли вы так же? Если вы считаете, то, например, в чем разница, как вы думаете, для вас? Отличается ли программа лояльности финансовых услуг от программы лояльности для FMCG или просто, например, для B2B или там, не знаю, для шиномонтажа? Есть разница или нет? Как на ваш взгляд? Отличается, конечно. Ирина, а вы как финансовый специалист об этом рассуждаете, как просто маркетолог, как представитель заказчика, как агентство? Расскажите немножко о себе. Виктора, я понимаю, как мы дождемся сегодня. Как финансовый маркетолог? Ну окей, тогда нам будет сегодня в режиме диалога о чем поговорить. Попробуем сравнить наши знания. Я буду рада. Так, я слегка представлю, значит, у нас сейчас с Николаем Мациевским очень интересный такой технологический стартап, который в том числе отвечает за лояльность и как раз вот конверсию в покупательную способность клиентов. Чуть попозже о нем расскажу. А вот в целом компании, в которых я принимала участие в строении программы лояльности, там очень интересные кейсы. Пока не по всем готовы, ну, общаться, не все они будут в презентации, но они интересные, правда. Значит, как программа лояльности в целом работает? Мне кажется, это уже такая заезженная пластинка, я так быстро пробегусь. В общем-то, ничего там нового нету. Значит, в чем смысл вообще любой именно программы, когда мы программу проектируем? Потому что спроектировать какую-то там механику несложно, да, там просто отправить какого-то плана там сегментированная база ньюслеттера, это одно, а что это, зачем это и вообще насколько это нужно и одинаково ли мы это понимаем, вот это совершенно другое. Итак, значит, что мы ждем от программы лояльности, самое главное, это повышение сегмента покупателей. Как листается-то? То есть о чем идет речь, да? Ну, про удержание покупателей понятно, что это важная вещь, то, чтобы они не бегали туда-сюда, потому что иначе затраты в рекламу, они просто увеличиваются, да, когда у тебя лояльный потребитель, понятно, что они растут. Вот повышение сегмента покупателя, о чем идет речь? Значит, оборот компании в целом зависит от того, какой основной сегмент. Есть некий там закон, который все знают 20 на 80, и вот
чем, скажем так, чем больше этих самых лучших покупателей, то есть не обязательно придерживаться данной схемы, чем больше, то есть их может быть все равно 20 на 80, да, но если, например, у вас ограничение там, среднего чека 150 плюс, она может вырасти как 350 плюс. Как раз благодаря программе лояльности, благодаря соревновательному моменту, который он предлагает и который, ну, использует основные механизмы такого человеческого поведения. Значит, я для себя выделяю все-таки 4 вида именно программ лояльности. Видов лояльности самих по себе еще больше, по разным там, критериям их делят совершенно на разные истории, там, начиная от фанатов бренда, амбассадоров, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это все типы лояльности к бренду. А вот именно как программа лояльности, как функционирование единого целостной механики, которая позволяет этот сегмент покупателей увеличивать и все, что написано на первом слайде, делать. Я надеюсь, вам потом презентация будет доступна. Их всего 4. Это дисконтная программа, бонусная, клуб постоянных клиентов и коллекционная бонусная программа. Ну вот из коллекционных бонусных программ самый яркий пример. Ирина мне, наверное, скажет, какой вам на ум приходит. Ирина. Угу. Ну ничего, пока нет идей. Ну, мне сразу вспоминается. Видно, что слушает вебинар еще 7 человек. Нет, мне, кстати, не видно. Я сужу по обратной связи всегда. И поскольку в чате я вижу только вас, Ирина, у меня вообще ощущение, что слушаете вы только меня. Даже никаких не 7 человек, только вы, по-моему, со мной. Вот, все почему-то молчат. Ну, молчат и молчат, окей. Как бы это право прослушать вебинар именно в таком виде. Хотя, честно говоря, мне некомфортно, и чем больше народу со мной, ну, как-то взаимодействует, да, понятно, чем больше народу взаимодействует просто именно сейчас, тем больше у меня как бы идей рассказывать практическую часть. Чем меньше взаимодействует на данном этапе, тем больше желания рассказывать теоретическую. Мне почему-то кажется, ну, как профессионалу в маркетинге, что вообще никто особо не улюбит вот этот поучительный тон. Я сама тут сейчас как серийный предприниматель по одному своему новому проекту, извините, немножко падаю просто ноутбук, прохожу сейчас акселерацию, там, когда лекции читают, я просто от занудного тона, и мне сразу голова глаза и вообще все меня выключать начинать, я не могу удерживать внимание, ну, сложно. Правда. Итак, назовите, пожалуйста, какие-то программы, ну, просто если вы про программу лояльности слушаете от спикера, скорее всего, сами для себя этот вопрос каким-то образом уточняли. Расскажите мне, пожалуйста, какие-то программы лояльности для себя вам на ум приходят, может быть, вы являетесь их членами. Давайте по-другому поступим. Ага. Я поняла, Юля, спасибо. Хорошо, для лизинговой компании. Будем сейчас составлять, проектировать. Прямо на вебинаре. Было бы неплохо. Марина, вот Ирина рассказывает. Да, чужие расскажите. Вот сейчас просто типа программ лояльности. Спасибо от Сбербанка. Вот к каким программам вы бы их отнесли? К бонусным, дисконтным, клубам постоянных клиентов, коллекционным. Давайте бонусную программу обозначим как первую. А и потом пойдем по часовой стрелке. Клуба постоянных клиентов – это номер два, тип второй. Коллекционная бонусная программа – третий тип, а дисконтная – четвертый. Отлично. Ну, какие-то вспоминаются. Лукойл, Аэрофлот, Перекресток, Лента, Парфюм. Каким относятся они, то, что вспоминается вам, на ваш взгляд? Я жду ответа в чате. Ага. Ирина, не поняла вопрос, уточняет. А вот вы назвали программу лояльности «Малина». Вы примерно, наверное, знаете, как она организована, что там происходит. Ага, в основном бонусные, скидочные. Ага. Во,
Супер. Значит, бонусный, дисконтный, скидочный. Отлично. Супер. Значит, мы так немножко разобрались, говорим на одном языке. Эта история, как это все развивалось, в действительности, ну, мы уже сейчас, наверное, знаем, да, что самая хорошая программа – это поощрение за часто летаю. То есть, когда ты даешь бонус тем же продуктам, что и в основной покупке, это вот эти часто летающие пассажиры. Вот, это единственная программа, которая работает. Все остальное, как бонус во всех остальных областях, работает очень-очень-очень слабо. Оно снижает стоимость, снижает потребность покупки, частоту и так далее. То есть все, что мы, ну, говорили в начале, оно... Угу. Вот. В редких случаях, как постоянных клиентов, дающие большие возможности. Да, тоже понятно. Окей. Значит, чем бонус отличается от скидки? Как понять, бонусировать клиента или давать ему скидку на какие-то решения, что он больше ценит? Вот, во-первых, я хочу узнать, видно ли вам слайд так хорошо, что его можно читать. Насколько слайды видно? Возможно ли читать или мне необходимо это делать и обсуждать с вами? Видно отлично. Прочитав данное сравнение, вы для себя... О, отлично, с телефона. Я, кстати, тоже хотела трансляцию с телефона вести, но потом решила, что нужно как-то держаться и стараться. Угу. Видно, Юля пишет. Когда вы проектируете программу лояльности для себя, на ваш взгляд, что у вас будет работать конкретно в компании? Бонусы или скидки? Это важный момент. И, наверное, основной вопрос ко всем, когда мы проектируем программу лояльности, какого плана мы ее будем делать. Потому что вариант влиться в чужую коалицию, он неплохой сам по себе, если есть достойная коалиция. К сожалению, в финансовых конкретно услугах я такой, ну, то есть, наверное, зависит от того, на что эти финансовые услуги направлены, B2C и B2B. B2B и так далее. Вот. Ну, если мы, наверное, про B2C все-таки больше говорим. Угу. Дополнительные возможности для постоянных клиентов. Эти дополнительные возможности, Виктор, могут выражаться в чем? Тарасова Юлия, лизинг B2B. Юль, я поняла, чем вы занимаетесь. Я хочу обратную связь от слайда получить. Вы планируете, вот когда мы говорим про программу лояльности, на скидки все-таки больше сориентироваться или на бонус? Что для вас более важно? Потому что... Понятно. То есть нет возможности, например, выбрать другой тариф обслуживания, да, с какими-то более низкими комиссионными, например, да? Или там, условно говоря... Как часто бывает, да, если ты переводишь одну сумму денег, одна комиссия, если переводишь другую сумму денег, другая. Вот Юля бонус выбирает. Вот по моему опыту и профессиональному, бонус действительно важнее в B2B. И в B2C, кстати, тоже. И я дальше расскажу, почему. Сейчас, когда кейсы буду рассказывать, будет, вот, мне кажется, довольно интересно. Значит, вот пример этого, вот такой вот бонусной программы, который, мне кажется, можно совершенно спокойно переложить на бонус. О, возьми кредит сейчас, и мы тебе что-то за это дадим. Кстати, вариант. И, кстати, я тут недавно, когда просматривала, как готовилась к этому выступлению, я просматривала калькуляторы кредитных организаций. У нас же микрокредитование есть, да, микрофинансирование там какое-то, есть банковские кредиты, потребительские. Очень много вот есть калькуляторов, там возишь там бегунком как-то там такую сумму, если ты возьмешь такой процент, там такой, в такое количество месяцев, столько у тебя должно быть дохода, там чуть побольше количества месяцев, столько, в общем, все это было очень замечательно, занимательно, интересно, но совершенно было непонятно, что в связи с этим можем получить. Вот просто есть некая разница в
Сейчас окошко закрою, чтобы не кричали дети из двора. Есть небольшая разница у мужчин и у женщин. То есть мужчины все понимают в цифрах, и, в принципе, для них вот просто калькулятора достаточно. Мне, как для женщины, нужно обязательно понимать, что эти цифры для меня в жизни означают. Вот если бы там был еще где-то небольшой такой значок, и было понятно, что если я, словно, я беру миллион в кредит, то я могу рассчитывать вот на такой автомобиль, ну, по крайней мере, класса, да, если там, или, может быть, марки, ну, лишь как вот. А если я беру такой, если я беру, например, такой объем кредита, я вот на это могу рассчитывать уже на другое, да? И можно было бы, может быть, даже сопоставить своими желаниями, и, на мой взгляд, салоны там даже бы еще приплачивали, чтобы конкретно их какие-то персональные, индивидуальные предложения. То есть можно еще и монетизировать такие вещи. Ну, это, опять же, на мой взгляд, как диджитал-маркетолога, не знаю, насколько все реализуемо, но вот у меня была такая вот фантазия. Значит, рассказываю про кейс стимулирующей лотереи, как раз вот как B2B с B2C перекликает. Значит, косметика La Roche-Posay – это косметика, которая реализуется исключительно в аптеках. У них есть особенности там, со специальной кожей и специальными ингредиентами. Проблема в том, что на полке такой аптечной косметики очень много, и консультанты часто даже специализированные, которые исключительно, например, по косметике, не каждая аптека, во-первых, держит консультанта конкретно по Roche-Posay, это было бы странно, но вот те консультанты, которые работают на местах, они, как правило, не утруждают читать состав, они не очень хорошо разбираются в диагностике кожи, визуальной даже, да, не предлагают ее клиенту и ориентируются только на спрос. То есть, когда пришел клиент, сказал, мне нужно там, не знаю, розовяк, например, вот, то есть они там условно пробивают, и были, естественно, были такие акции, там, купи два по цене одного, там, купи подарки, твинпэк, еще что-то, вот, они, ну, то есть они работали в целом на компанию, но очень хотелось как-то на местах продаж, чтобы продавец воздействовал на выбор покупателя, ну, по крайней мере, мог, потому что человек что-то читает, даже если какая-то информация ему ясна, понятна и абсолютно точно ему подходит, ему хочется уточнить или получить подтверждение от человека. А консультанты, как правило, не обладали информацией, учиться не хотели, вот, потому что у них не было никакой заинтересованности разбираться там в куче этих позиций. Да еще и аптекарь, как бы, если это не отдельный специальный консультант по косметике, он разбирается еще в огромном количестве SKU, которые у них там присутствуют как провизор. В общем, все это считалось делом абсолютно неблагородным и не стоящим внимания совершенно. Пока не была организована программа лояльности, где регистрировали каждого фармацевта, там провизора и консультанта косметики, который работает в точке продаж, и регистрировали каждого покупателя после покупки, предлагали им призы. Естественно, была разная механика для продавцов и для покупателей. Покупателю было достаточно, по-моему, два предмета купить из марки, а консультанту продать, ну, какое-то другое количество. Я сейчас точно не помню, но, в общем, какой-то у него был план продаж. И после чего, соответственно, им был доступен магазин призов. Всю эту систему, она через номер чека, ну, то есть она там была бы система антифрод, различные и так далее. Вот, соответственно, что отметили в качестве результатов? Что, во-первых, выросла осведомленность о марке самих продавцов. И поскольку ты, ну, на что ты больше обращаешь постоянно внимание, то вот и у тебя и на языке, да, то есть такой передней памяти, то есть они стали чаще эту косметику продавать, предлагать еще достаточно долго после проведения данной акции, это, ну, стимулирующая лотерея, но вот они еще достаточно долго план продаж держали, ну, то есть вот у компании такой вот сложился эффект. Впоследствии мы, кстати, реализовывали похожую механику для батареек Duracell. То есть, когда у вас одинаковое предложение, или вы конкурируете с большим количеством предложений на какой-то витрине, условно говоря, финансовая организация, я так понимаю, что у вас есть тоже какие-то посредники, аналитики, специалисты, которые так или иначе сравнивают своим каким-то специализированным умом перед клиентом, да, и дают рекомендации и спецификацию. Вот среди них такие
стимулирующие лотереи проводить очень даже полезно. Деньгами, к сожалению, их замотивировать часто нельзя. Вот расскажите, кстати, в вашей отрасли можно замотивировать деньгами персонал, который продает ваши решения и продукты или нет? Потому что в аптеке и на точках продаж в рознице, например, невозможно премировать деньгами конкретного консультанта-продавца. Там это просто запрещено. А, у вас вот возможно, да? То есть вы именно только деньгами. Ну, отлично. Супер. Значит, в вашем случае магазин призов – это накопляемый кошелек, который, наверное, можно обналичить там или что-то с ним сделать. Прекрасно. Это очень хорошо. Ну и, собственно, что хотела. По такой же вот механике, как здесь, у нас была реализована с одним банком, я не буду называть, потому что недолго продлилась акция, ну тоже далекий год, где-то, по-моему, 2009-2010. Значит, поскольку в деньгах только деньги, проблема следующая стояла перед банком. Нужно было повысить количество транзакций, которые проходят с помощью банковской карты. То есть банк выпустил огромное количество карт. Большинство из них это зарплатные проекты, то есть так или иначе они карточку до своего потребителя донесли. Но столкнулись с ситуацией следующей, что люди по старинке, даже в Москве, получали там, перевод на свою банковскую карту и больше на этой карте деньги не хранили, в день зарплаты не шли, все снимали. Ну, там, в общем-то, понятная причина, это и кризис 2008 года, и низкий уровень доверия. Ну, в общем, сейчас, конечно, немножко все иначе, хотя, может быть, даже некоторые все равно так или иначе с этим сталкиваются. Значит, что было предложено? Было предложено всем абсолютно держателям карты, были разосланы оповещения о том, что они теперь могут делать своими действиями добрые дела. При этом их никто, значит, был создан фонд специальный, как витрина, вот Добро Мэл.ру, по-моему, по такой же схеме функционирует вот сейчас. Значит, была просто такая витрина, куда любой фонд мог добавиться. С ними подписывался договор, и каждый человек, который делал любую транзакцию просто само по себе, любое перечисление, где угодно он прокатывал карту, использовал ее для оплаты, часть этих денег, очень небольшая, сразу уходила ему на кошелек, вот этот виртуальный, и он на сайте мог выбрать, привязать этот кошелек к какому-то конкретному фонду или к какому-то конкретному воспитаннику, который вот нуждается сейчас, собирает на него деньги. Либо каждый раз распределять средства по разным людям, например. То есть у него там накапливается какая-то сумма, он ее, допустим, отдает. Или там автоматом, да, там сразу все эти там 3 рубля или там что-то еще. То есть таким образом банк показал, что он может, что он там не какой-то там зверь, да, ужасный, а то, что он вот эту вот свою комиссию, там не очень большие деньги, но тем не менее. То есть, и как ни странно, это повысило количество транзакций, насколько я помню, в первый же месяц на 26%. Вот, понятно, что на такие вещи нужно решиться, потому что, ну, было проведено предварительное исследование, потому что было несколько предложений, на тот момент достаточно рабочих, и чуть попозже еще об одном решении, которое предложено было, я вам расскажу, но вот тем не менее, то есть отвлеченная совершенно тема, отвлеченный приз вообще не вам, как ни странно, но вот почему-то оказалось, что именно часть населения, которая боится за свои кровные деньги, ну там все уровень зарплаты вот этих вот сотрудников, которые не прокатывают свои карты, да, для транзакций не платили в магазинах и кафе, он был достаточно, ну, такой низкий по Москве, то есть там 20 тысяч, 30 максимально была зарплата. Люди, которые с более высоким финансовым уровнем дохода, у них было более прогрессивное мышление, а нужно было достать именно эти свои. И вот мы докопались до убеждения такого основного этой аудитории, что деньги это зло, там за деньгами нужно следить, что их могут похитить, ну, украсть. То есть, с одной стороны, следить надо, с другой стороны, что они зло. Ну, в общем, такое какое-то странное. Вот была предложена такая идея, и, собственно, она по такой же механике была абсолютно реализована. То есть те продавцы, консультанты там в различных кафе, магазинах и так далее, они те, кто рассказывал, у них тоже был определенный магазин призов, потому что каждый раз эта карточка, когда прокатывалась, они могли ввести ее номер, ну, владельцев в специальный раздел,
было видно по ней транзакции, которые проходили, и у них был вот свой собственный магазин призов, ну, какие-то достаточно простые призы, то, что интересно там продавцам. А вот покупателю была возможность таким образом выбрать, как распоряжаться своими деньгами, и никаких финансовых затрат при этом они не испытывали. То есть это не с их расчетного счета СМАС, за эти призы отвечала финансовая организация. Ну, собственно, был достигнут эффект, который планировался. В общем, нам довольно сильно это понравилось. Еще одна программа, тоже интересная история, это о том, как важно, когда вы структурируете программу, сразу прописать ее техническое обеспечение. Для того, чтобы вообще что-то накопить, нужно быть сначала опознанным, что называется, человеком. Да, поэтому в любом случае, когда мы проектируем программу лояльности, нужно понимать, что это должна быть какая-то CRM-ка. То есть база данных, которую мы собираем, которую мы накапливаем какое-то количество времени, с которой у нас есть диалог открытый, с которой мы можем сотрудничать, с которой мы можем что-либо спрашивать, какой-то интерактив с ней организовывать, за которым мы так или иначе можем следить. И если, например, это ну, решение, например, для розницы, условно, да, сейчас буду рассказывать про них, то даже, например, человек, который позвонил нам в колл-центр, поинтересовался каким-то решением, там, здравствуйте, если я кредит подведу, там, приобрать, да, там, что мне нужно для этого, в принципе, входя в офис, если у него включен Wi-Fi, вы можете определить, что вам звонил человек данные конкретные с данного конкретного телефона. Особенно, если у него там не закрыты до сих пор вкладки браузера, вообще замечательно. То есть чисто технически вы можете отслеживать этих людей, вы можете даже при желании, если это для вас не будет сложно, поздороваться с ним по имени и фамилии. Вот. Ну, это уж там как бы персональными данными следить, как общаться с вашими клиентами. Это, конечно, всегда вопрос такой со стороны компании. Он, это может быть актуальная вещь, может быть не актуальная вещь. Если к вам заходит VIP-клиент, ему приятно, что его знает, если там это... Ну, то есть это надо смотреть и разбираться. Значит, что, о чем здесь? Была компания, которая производит пищевые добавки для супов. Это подразделение Unilever. Это большие такие пластиковые коробки, которые они привозят постоянно. И вот вопрос там о том, как призы начислять. У них внутри этих всех поставок, вместе с договором, там были какие-то бумажки, которые они там по-всякому рассказывали о том, какая у них прекрасная программа лояльности, интересные призы. Там, у них, кстати, даже телевизор был такие дорогие. В общем, очень даже хорошая, структурированная, уже прописанная, хорошая программа лояльности. Но, к сожалению, на нее просто никто не обращал внимания. А когда ввели номер телефона, когда ввели возможность по СМС себя зарегистрировать в качестве участника программы, когда ввели поддержку в качестве сайта, количество участников просто в разы увеличилось. Ну, сразу. То есть можно было позвонить по телефону, уточнить количество своих баллов начисленных, можно было на сайте зарегистрироваться самостоятельно, можно было вообще отправить там СМС на короткий номер и спокойно совершенно тебе начислять баллы. То есть чем больше механик, благодаря которым человек может куда-то войти, чем меньше этих итераций, чем меньше для него проблем, тем для программы вашей лояльности лучше. Потому что кто-то работает в таком офисе, где будет ему завидовать и не очень там рады за его успехи в отношениях с компанией. А где-то наоборот, кому-то там неудобно, ну, в общем, и так далее. То есть, конечно, любое действие, которое вам выгодно, за него можно давать какое-либо поощрение, нужно понимать, как ты человека об этом информируешь. То есть помимо того, что нужно принимать входящий достаточно серьезный поток информации, нужно еще информационно давать обратную связь. Здесь человек там периодически звонил и читал какие-то там номера, бумажки, да, которые ему записывали. Было бы неплохо, если в течение регулярно, в течение какого-то количества времени, обратную сторону дозвонился оператор и говорил, здравствуйте, просто поступили какие-то звонки, вот ваши начисленные баллы, на данный момент у вас вот такой вот баланс. Это дополнительно стимулирует человека для того, чтобы он участвовал в программе лояльности, не забывал про нее. И, ну, то есть оглашайте там список призов, на которые он может рассчитывать, какие-то
обычно в рекламном предложении ставить сроки для реализации. Все это абсолютно точно работает в программе онлайн, а также в классическом маркетинге. На этом останавливаться не буду. Здесь идет речь в этом слайде о том, что механику начисления баллов тоже нужно продумывать, тоже нужно структурировать. Это всегда индивидуальная история. Сколько баллов начисляется, как они начисляются. И здесь неплохо бы приглашать математика. Не знаю, рассказывать секретный такой прием, который мне больше всего нравится, или не рассказывать. Как вовлекать в программу и начислять баллы одновременно. Понятно, ответа пока нет, но идем, значит, идем, значит, дальше. Юль, только. Юль, ну тогда, если вы одна заинтересована, я вам в конце встречи индивидуально расскажу. Ну, все нормально, окей. Я поняла ваш запрос, вы будете там до конца встречи. Если мы мотивируем персонал, если мы в B2B, если мы в B2B, если мы в B2C, но повышаем, то есть программу лояльности в том числе настраиваем на продавцов данной услуги, значит, что нам нужно делать? Нам нужно думать о мотивации персонала. То есть помимо материальных благ, в любом случае должны быть какие-то нематериальные поощрения. Есть возможность скоординироваться с HR-ами, например, тех компаний, с которыми вы работаете, вообще отлично. Есть возможность протестировать человека, прежде чем вводить его в программу и уточнить его там, типа компетенцию, за что он больше всего на свете ценит, еще лучше. Потому что есть люди, которым, может быть, не так важны деньги. Как ни странно, среди продавцов такие тоже встречаются. Сколько им важно нематериальное поощрение, какие-то, не знаю, призы, дипломы, ну, вообще какие-то такие вот очень странные бумаги, да, возможность участия в конкурсах каких-то внутренних, там, на знания продукции и так далее. Безусловно, это совсем там не основная часть. То есть есть люди, которым нужны только деньги в большом количестве, и есть люди, которые, тем не менее, да, несмотря на денежное вознаграждение, ждут еще какие-то призы, подарки от компании. Ну, в финансовых услугах такого интересного ничего, в общем-то, наверное, нету. А если вот у компании есть какой-то товар, как правило, то когда они присылают собственный продукт, это очень хорошо мотивирует продавцов, которые они вроде бы постоянно с ней общаются, они ее любят, да, но постоянно отдают другому человеку, что важно. Вовлеченность. Про вовлеченность уже поговорили. То есть здесь все хапы, которые присутствуют в обычном стандартном маркетинге, они здесь тоже обязательно должны быть такими триггерами. Все должно быть ограничено, максимально персонализировано. И вот по поводу там персонализации. Если вы хотите, чтобы клиент вас узнавал, чтобы он вас различал, чтобы он был к вам лоялен, чтобы он максимально делал те действия, которые выгодны вам в качестве ну, компании, которая предоставляет услуги, начните просто делать то же самое по отношению к нему. В первую очередь, первый шаг, потому что вы просто крупнее, вы больше, понятно, что у вас есть какие-то процессы, но это самое главное. То есть человек будет играть в историю там, с бонусами, с какими-то, если ему удобно делать первоначально те самые вещи, которые вы от него хотите. Если это, там, не знаю, там, банк, обслуживающий юридических лиц, и основная часть у него ИП, и это, например, какие-то мамы, которые пекут торты, или, ну, то есть как-то за ним, так называемые, да, самозанятые люди, когда такая мама приходит и не с кем оставить детей, четыре младенца, там, один где-то должен поиграть, другой там где-то повисеть, третий еще что-то делать, я ни в одном банке, ни в одном отделении банка ни разу в России не видела какой-то комнаты для детей, чтобы хотя бы был столик минимально, да, вот на рост ребенка рассчитан, небольшой стульчик и какая-то простая карандашница и количество листов бумаги там какое-то ограничено. И в этом нет никаких проблем, но если такие штуки есть, то человек удобно ждать в очереди, то он будет чаще появляться в вашем отделении, может быть, не совсем удобные часы для вас, для него работы, именно потому, там, условно говоря, с 10 до 6, что в это время у него дети рядом с ним, допустим. Ну, я утрирую, да, то есть
Нужно обязательно посмотреть, прежде чем привлекать дополнительные программы лояльности, нужно обязательно проверить вот весь этот user experience, насколько он удобный, насколько он интересный и нужна ли вам именно программа. Может быть, вам в целом нужно лояльность повышать само по себе. Обучение. Это обязательная составляющая программы лояльности, без него никак. Если человек не понимает вашу компанию, если он не понимает, какие у вас существуют решения, ну, то есть, если вы у него ассоциируетесь только с каким-то одним продуктом, а у вас их целый миллион, то, к сожалению, участие для него в программе лояльности будет и для вас бесполезным, и для него неинтересным. То есть он не будет видеть те возможности, где ему можно в них поучаствовать. Такая вот история. И, как ни странно, сама лояльность к продукту, ну, о ней уже частично поговорили. То есть, как ни странно, программа лояльности не работает без основной лояльности. То есть, вот, несмотря на то, что у меня есть карточка Сбербанка, я, например, в целом в их какие-то вот интересные клубы и игры не играю, потому что я знаю, что технически банк не оснащен для этого. Ну, не только как специалист, да, но и просто как потребитель. Я знаю, что любой какой-то вопрос, который мне придется решать с компанией, он может тянуться на какое-то время, поэтому, когда мне предлагают дополнительные возможности, там, не знаю, Аэрофлот бонус, только вот единственное, потому что со стороны Аэрофлота, да, может быть реализована какая-то техническая составляющая. Все, что касается там банка и его возможностей, я, например, не берусь, я не участвую, хотя как профессионал мне это интересно. Вот, но вот как потребитель я бы, например, не выбрала, и очень многие вот клиенты, они отказываются в результате, если техническая составляющая, например, да, их пугает. Если возможность там что-то уточнить по телефону в принципе, да, например, или там еще каким-то другим способом узнать, если вот обратная связь не работает, то, как правило, лояльность сама по себе низкая, и программа лояльности как метод вот этого стимулирования, он не подходит. Нужно обязательно это все уточнить предварительно. Как можно через игровые механики планировать программы лояльности? Ну, наверное, редкий спикер за последние 2-3 недели не приводит в пример покемонов. Что я могу об этом сказать? Да, конечно, наша жизнь сейчас изменится. То есть разработанные там приложения, если человек приходит, например, в какую-то финансовую структуру, да, и он наводит свой телефон на девушку, сидящую за окном, и там написано, это Анна, сейчас она обслуживает пенсионера, в ближайшее время, через сколько она освободится, 10 минут, там условно у нее там что-то есть там или чего-то нет, она специалист лучше в каких-то вопросах и так далее, понятно, что это саму по себе большую симпатию, да, вызывает в отношении человек-оператор. Вот. Ну, тут нужно, конечно, думать, какие там, какую информацию туда заливать, но вот в целом не просто электронная очередь меня построили, посчитали, и я дам 120 какой-то, потому что я оплачиваю кредит. А может быть, мне самому хочется выбирать, кому мне приятнее было бы пойти. И, конечно, хочется знать, разбирается данный человек в этом вопросе, который у меня есть вообще, как это лучше, да? Или там наводишь Вася, это наш лучший финансовый консультант, он выдал уже 148 кредитов, и, соответственно, все наши там 150 клиентов уехали давно уже на своих автомобилях, половину из них кредит отдали, потому что помимо того, как оформить кредит, он еще рассказал, как его быстрее вернуть. Да? Ну, то есть такие какие-то механики вот интересные, такой полуигровой формы, они всегда, конечно, ну, они всегда приветствуются. В том числе и с персоналом, если вы вводите их в программу лояльности, у вас может быть такие варианты с ним сотрудничества. Значит, призовые вот эти вот механики, как с ними работать. Может быть, внутрикорпоративная программа лояльности, то есть объективно, игровое обучение и реальная рабочая деятельность. Все это можно в программу лояльности как механику заложить, игровую, и это будет очень интересно. Что имеется в виду? Например, нужно ввести очень быстро какой-то продукт,
обычно по нему, ну, просто спецификация рассылается, там, в лучшем случае, по электронной почте, в худшем, там, присылается директору продаж, с надеждой на то, что он каким-то образом сам разберется и донесет внутри до коллектива. Если соответствующая игровая механика на опережение, на призы и так далее внедрена в компанию и уже доведена до клиентов, то, как правило, продавцы стараются изучить, что там происходит, как это все внутри. Можно делать даже внутренние какие-то тесты для них, для того, чтобы они предварительно потренировались, прежде чем что-либо говорить своему клиенту. Как это может быть выглядит? Ну, это понятно, какие эффекты, да? Значит, например, разные могут быть участники. Новичок, участник и продвинутый участник той же самой программы лояльности, как и к клиенту по отношению, так и к B2B. То есть это одинаково. Если у вас, например, есть какой-то новичок, который в программу только входит, ему вот интересно узнать, что это такое. То есть, во-первых, вы ему показываете полные правила, абсолютно честно, открыто, сразу вот этот вот большой лист, он всех пугает. Понятно, что он всегда обычно кнопки пропустить, но постарайтесь прямо какое-то резюме там подсветить красным, за что он ответственен. Потому что это важный момент, как вы даете призы, там, как они там ждут, не ждут, получается, не получается, кто платит налоги, особенно в финансовых организациях, это серьезный пункт. Значит, обязательно начислять приветственные баллы. Если у вас, например, новичок, у которого серьезные есть ну, финансовые отношения с вами, ну, я сейчас, может быть, не совсем там пример приведу, да, но условно, приветственные баллы человеку, который купил Мерседес, и приветственные баллы человеку, который купил Рено, Логан, они должны быть разными, даже если вы один и тот же дилер, и, собственно, вы можете начислять всем по 100. Это неправильно, это несправедливо. Человек не чувствует, что вы его цените, он не чувствует свой вклад. Он понимает, что бы он ни делал, он окажется где-то, и он сразу, это сразу обесценивает программу лояльности в его глазах. То есть приветственные баллы, они должны быть в соответствии с чем-то. Если это персонал, может быть, он продал какие-то предыдущие продукты интересные, например, вы его в программу лояльности по одним продуктам приглашаете, а он уже сделал как и другие, он в целом ценен для компании, он сотрудничает с компанией достаточное количество времени. То есть огромное количество параметров, по которым вы можете это делать, но однозначно должна быть дифференциация. Специальный конкурс, приуроченный к началу сотрудничества. Вот это то, о чем я вам говорила. Здесь есть возможность клиента ознакомиться с вашей маркой, с вашей продукцией, с возможностями, представить более широко свой спектр. Да? Ну, то есть он пришел с каким-то одним продуктом, всегда знаете, какие продукты вместе с ним, или в последующие, допустим, да, условно человек купил холодильник, потом стиральную машину или наоборот, взял какой кредит в следующий. Ну, то есть вы всегда знаете примерно путь своего клиента, поэтому в это приветственные специальные какие-то конкурсы. И вы можете закладывать эти механики, когда человек ознакомливается с вашим ресурсом, с вашей продукцией, с вашим предложением. Значит, нужно обязательно сориентировать, то есть человеку важно там, показать, куда бежать, да, и у него изначально в личном кабинете должны быть уже подсвечены, да, вот эти вот там, не знаю, неактивными окошки, что он двигается в сторону продвинутого участника и участника, формулировки всех заданий, там, возможностей и так далее, тоже это должно присутствовать в интерфейсе, чтобы он понимал, как, о чем идет речь, куда он двигается. Если у вас уже участник такой, то есть не только вступил, он уже в какую-то игру начал играть, он начал там, ну, в каком-то конкурсе, в какой-то акции принимать участие, то есть, соответственно, ему очень важно давать обратную связь, ему очень важно делать какие-то персональные вещи, как там, дни рождения и так далее. Ну вот, у меня такие вот рекомендации, да, на какие-то праздники, может быть, удваивать баллы, если особенно он их не потратил после конкурса, бывает так, что конкурс завершился. Количество баллов там какой-нибудь, например, неутешительный человек, он не стал, ну, не стал получать никакие призы. Вот возможность эти призы каким-то образом, например, удвоить, чтобы его ввести в какую-то другую программу. То есть здесь тоже понимать, но в любом случае, если вы делаете градацию по механизму участия для разных категорий вашей же программы лояльности, это сильно повышает вовлечение в нее и ну, дальнейшие траты. Ну, это вот про стимулирующую лотерею Duracell. В принципе, я
так или иначе ее уже коснулась. Потом посмотрите, почитаете. Значит, к чему нужно ну, чисто механически быть готовым, да, это огромное количество серверов, сервера оператора, короткий номер для смс всегда должен быть, некая CRM, на которую нужно сориентироваться, и технически нужно понимать, да, вы с нее же будете отправлять смс и ньюслеттеры, например, для того, чтобы поддерживать коммуникацию с вашим клиентом, например, в другом месте, будете ли вы давать колл-центру доступ для нее, или там вы будете выгружать данные, обменивать друг с другом, тоже важный момент. На сайте, что у вас будет, какое предложение, будет ли у вас специальный раздел с личным кабинетом или это какая-то другая реализация, то есть все люди, например, всю эту персональную информацию суммарно будут получать каким-то другим образом. В общем, ну, такого плана деталей очень много, но, тем не менее, такие основные моменты, на которых стоит сосредоточиться. И самое главное, все это в механике закольцевать таким образом, да, чтобы человек далеко не отходил от вот этой вот, от этого треугольника или четырехугольника, то есть чтобы он постоянно имел возможность и постоянно имел контакт. Да, это немного раздражает, но тем не менее это всегда приятно. Важно, конечно, еще учесть, как программа лояльности соотносится с другой вашей деятельностью. Да? То есть если, например, Юль, можно вернуться, да, конечно. Сейчас я договорю фразу, ладно. Если, например, вы как финансовая организация, в том числе, достаточно строго следите за исполнением финансовых обязательств клиентов, и есть клиенты, которые, например, эти финансовые обязательства не выполняют, условно говоря, там у них есть какие-то просрочки, неоплаты и так далее, а вы в это время, ну, то есть сначала звонит плохой полицейский, в это же время звонит девочка из колл-центра, это будет плохо. То есть вот какие параметры должна учитывать CRM, тоже должно быть, ну, понятно, да, и как это должно отражаться. Может быть, даже, ну, какие-то баллы, например, снижать. То есть это механика на повышение, механика на понижение. Так вот, всегда об этом нужно думать. В целом, вот самые лучшие CRM, они, конечно, все равно так или иначе у игроков. Потому что они все отслеживают абсолютно все действия клиента, они всех записывают, там, какое оно оружие купил, когда в кого стрелял. Все это там плюс или минус, то есть они свой портрет своего клиента, они знают очень в большом количестве разных деталей. Юль, можно ли услышать ваш вопрос? Вы просили вернуться к слайду. Я так. Ну, так, Виктор, с помощью как раз программы лояльности можно прогнозировать поведение клиента. То есть вы можете ему что-то открывать, что-то закрывать, что-то показывать, что-то не показывать, какие-то стимулирующие конкурсы проводить, так или иначе. То есть вы можете вот эту игровую механику заранее просчитывать, какая она будет, и просчитывать, что вы хотите от человека. То есть, ну, каким способом, сейчас, ну, немножко, конечно, покажу все равно. А, очень быстрая история. Я думала, что там по 2-3 этих самых, по 2-3 секунды вполне достаточно. Варианты начисления баллов, варианты предоставления скидок, они различные. Я какие-то выписала, но это, конечно, не конечный список. Предлагаю вашей фантазии его продолжить. А может быть, сумма чека общая, да, частота, что называется, покупки. За определенный период обязательно. То есть, ну, в этом как бы большой смысл. Заказ дополнительных услуг, тоже важная часть. И, соответственно, зона предоставления данной услуги. То есть, условно говоря, ну, например, если вы, например, банк, и вы предоставляете финансовую услугу кредит населению, если человек, допустим, через консультанта, и по вашему бизнесу так выгоднее, через консультанта приобретает услугу кредита, вы ему начисляете больше баллов, например, в той же программе лояльности. Если он делает непосредственно, обращаясь вот, в ваше операционное отделение, например, меньше. Или наоборот, в зависимости от того, что видно выгодно для данного бизнеса. Вот. Но в любом случае, как бы за локацию тоже можно начислять. Да, если человек тратит деньги с вашей карточки за границей, например, это плюс, да, и наоборот минус. Ну, то есть, зависит от того, как это на самом деле у вас происходит.
Ну, варианты, да, начисление баллов только людям, начисление баллов тем, кто помогает в этих тратах. Про это мы уже говорили. Значит, для получения приза обязательно, то есть любое материальное премирование, оно обязательно должно быть с начислением каких-то баллов. Никаких там всем участников, всем там по маленькому призу, это все невыгодно ни эмоционально, ни экономически, никак. Вот, количество баллов всегда должно быть многоступенчатое. И самое главное, интересная ваша аудитория. Я как-то на консультации даже очень сильно удивилась. Мы на форуме одном большом саммите по лояльности познакомились, я не буду сейчас называть, потому что наверняка там мои коллеги, с председателем там банка, и они, соответственно, думали о том, как им дополнительно стимулировать средний и малый бизнес, открывать у них счета. И они, значит, сделали такой магазин призов, очень оригинальный, на мой взгляд. Значит, можно было предприниматели, там один, например, стулья продает, другой столы, третий воду. И вот они могли в этот магазин призов встать и друг другу предоставлять скидки на эти товары и услуги. В действительности в этом ценности нет никакой вообще. То есть как точка присутствия рекламы, наверное, да, но продаж с ней никаких, потому что то, что для офиса такого быстрого потребления, оно идет и покупается у знакомых, либо по территориальному признаку там, в ближайшем магазине. То есть это исследование делается там быстро через Яндекс, и уж точно никто не ходит в этот магазин призов и не чувствует вот этой вот там поддержки. Вот. А когда мы стали проводить бизнес-завтраки, бизнес-семинары, бизнес-вебинары, посвященные тому, как развивать свой бизнес, как развивать его в каждом сегменте, когда мы стали приглашать лидеров отрасли, на которые сориентированы данные предприниматели, там, не знаю, лучшего кондитера, да, там, лучшего человека, кто делает пиццерию и так далее, вот тогда дело пошло. Ну, то есть понятно, да, что эта ценность, она должна быть не кажущейся вам, а она должна быть объективной. Если не совсем понятно, что для каждого данного конкретного человека объективная ценность или там, что он думает на самом деле, нужно просто посмотреть, попросить его каким-то образом уточнить его структуру вообще трат, на что он тратит, какие у него ход, и в общем, это гораздо лучше, чем... Вот, то же самое с большими компаниями B2B-шными. А лучше организовать действительно специальную, там, не знаю, VIP-рыбалку на каком-нибудь месте, я не рыбак, Алтая, но условно, да, в которую ты так просто вообще не войдешь, там, каким-то своим золотым VIP-клиентам предложить, которые они будут вспоминать, да еще и статусные люди между собой перезнакомиться, да. Там, например, им же предлагать там курсы по ведению бизнеса. Для них это уже не ценно. Люди, которые в бизнесе давно, которые много тратят, большие кредиты и так далее, у них уже все эти связи есть, и они сами из себя представляют такой ресурс, которым гоняются, поэтому как бы, им это не интересно. Им интересно, наоборот, уже отдых, отдохнуть, отвлечься от своего бизнеса, и чтобы они понимали, что в банке есть еще свои ребята, они все скажут, потому что у них уже голова болит о другом. Мне кажется, идея ясна. В результате обязательно должно складываться впечатление, в результате всех этих механик, что чем больше люди тратят, тем больше они зарабатывают. Вот это обязательно должно быть, потому что если эта механика не включается, то программа лояльности нет, и она не работает. Вот, естественно, за всем этим впечатлением не должно быть, что компания не заработала, потому что я помню, как программы лояльности в России начались. Часто на запуск программы тратились достаточно серьезные средства, при этом не было понятно вообще, какие сроки инвестиций. Программа лояльности – это такой же продукт, который вы на рынке выпускаете, да, и нужно сразу все просчитывать. Там, любые финансовые модели, бизнес-план и так далее. Что мы на данного клиента потратим дополнительно столько денег, сколько мы ожидаем, что там дальше будет и так далее. Все вот это вот абсолютно лучше всего просчитывать заранее, зная структуру своих расходов. Выгоды потребителя. Их важно учитывать, да, как я говорила, персональные предложения, программа лояльности, именно как программа, да, это всегда какое-то персональное предложение, поэтому у него определенные должны впечатления оставаться от того и выгоды, которые он получает в зависимости от того, что, ну, первое, это
у него должно быть ощущение, что он покупает товар на более выгодных условиях. Даже если эти условия одинаковые, я имею в виду, не представляет никакая скидка, никаких льгот по там, оплате и так далее, но все равно он понимает, что он сейчас тратит вот такое количество там, сил, усилий, но при этом приобретает что-то другое, что для него важно, материально или нет. А осознание собственной привилегированности. А иногда, к сожалению, именно в финансах, да, нет этой возможности, такого вот именно ощущения. Максимально его создавайте, и программа лояльности, в том числе такая база, трамплин, я не знаю, как еще ее назвать, с которой вы можете начать создавать ощущение у клиента, что вы для него VIP, даже если он совсем не так, и он на самом деле не такой серьезный. Но тем не менее, то есть большинство людей имеют такие психотипы, что они идут туда, где они важны. Они это чувствуют, и они стараются именно не доказывать свою там нужность и важность. Конечно, есть такие истеричные типы, которые сейчас я вам залью там килограмм бабла, и вы меня полюбите. В основном, конечно, наоборот. Человек заливает килограмм бабла и смотрит, как на него отреагировали. Если компания на него отреагировала, значит, это воронка такая, в которую будет постоянно набираться. Если компания не отреагировала никак, никаким предложением, соответственно, человек не почувствовал обратной связи, скорее всего, он уйдет, контакта не будет. Возможность получать призы и подарки. Вот как ни странно, я так удивлена всегда была, вот в программе МТС, например, за самое большое количество баллов, ну, давно было, давали Blackberry, тогда еще там даже не было айфонов, вот было очень интересно, как люди их прям ждали, там, хотя они этот айфон все могли 10 тысяч раз купить, и Blackberry. Отсутствие необходимости каждый раз при возникновении по потребности в товаре или услуге проходить все ступени принятия решения. Это самое, конечно, важное часть, я вначале было бы написать, но она, к сожалению, логически просто не подходит. То есть идея в чем? Да, что принятие решения – это принятие решения. Оно отнимает большое количество сил, энергии, и к ней, в принципе, мало народу склонно, особенно люди в условиях дефицита времени. Я, кстати, недавно прочитала потрясающую статью о том, как мыслит человек, у которого дефицит времени, а мы практически все живем в этих условиях, потому что вот несмотря на всю автоматизацию, время для нас сужается. В этот момент времени, так же, как и при высокой скорости, вы, наверное, замечали, что когда на высокой скорости едешь, сужается зрение, поле зрения. А при дефиците времени у человека сужается внимание. И вот как ни странно, именно в этих ситуациях человек начинает мыслить, что называется, от противного. То есть он не рассматривает для себя предложение с точки зрения выгод, сколько он начинает рассматривать для себя любое предложение с точки зрения минимизации негативных эффектов. То есть насколько это вообще не опасно. Если вот, например, вы с этой точки зрения будете свою программу лояльности преподносить, вы среди вот именно современного потребителя, особенно в B2B-секторе, ну, найдете просто огромное понимание. Потому что вот человек, который рассматривает предложение сейчас, вот те люди, которые сейчас живут на момент вот сегодня, с количеством невероятных смартфонов, коммуникаторов там и всего на свете, они будут рассматривать там, почему мне это выгодно с точки зрения, вот здесь я не потеряю, там я не потеряю и так далее. То есть вы можете там какие-то привилегии добавлять финансового плана, да, чтобы узнать еще дополнительно о себе, не только там призы, но что-то проверить, уточнить, как-то дополнительно какую-то проявить заботу. Условно говоря, если вы оплачиваете штрафы через наш интерфейс, то они не теряются, как недавно все вас потеряли об оплаченном штрафе, да, то они никогда не потеряются, и, условно говоря, мы постоянно посылаем дополнительно там раз в две недели, например, да, обмен, типа, меняемся этими базами на всякий случай, если не что-то потерял, чтобы о ваших штрафах всегда все и было понятно. Ну, как пример. Значит, этапы, через которые вы пройдете, когда будете формировать свою программу лояльности, первое, вам нужно понять, как построить свою базу данных, то есть где вы вообще возьмете, то есть в каких точках, да, соприкосновения с клиентом, в какой форме вы попросите оставить свои контактные данные, либо вы сами их сможете взять через технически, это сейчас возможно. А второй сложный момент, то есть как вы ее построите, по каким критериям вы разобьете максимальное количество информации, которая будет персонально о клиенте вам известна.
Как вы сформируете долгосрочный интерес? Когда есть вот прямо сейчас необходимость, человек пришел уже за продуктом, там ему все равно, почему он подключает, ему главное удовлетворить свой конкретный моментальное желание. Вот, когда это там последующее участие в программе лояльности, нужно понимать, как вы будете его стимулировать, как будете формировать этот спрос. Дальше, формирование сообщества. Вот это, кстати, очень важный момент, чтобы люди чувствовали, что они все в этой программе каким-то образом находятся. Об этом нужно подумать. То есть, если в B2B, в CG-секторе, например, все проще намного, да, то банк для своих клиентов, ну, как я вам рассказывала, да, например, они там проводят какие-то семинары, вебинары обучающие, постоянно писать в каком-то чате все вместе, имеют возможность друг с другом каким-то образом пообщаться. Ну, то есть это важно. Это действительно важно. Нужно подумать, там, что для данного сообщества является важным критерием. Это может быть даже, например, проверка, допустим, там, договоров, да, юридических лиц. Я знаю, когда сейчас будем про это говорить, сейчас у меня есть пример, презентацию вспомнил. И дополнительные интерактивные элементы, то есть то, что будет постоянно человека призывать. Это и внешние интерактивные элементы, и внутренние интерактивные элементы, учитывающие там профиль на сайте, личный кабинет и так далее. То есть ему нужно, чтобы там что-то как-то привлекало его внимание бесконечно. Иначе он из программы лояльности уйдет. Ну и вот такой хороший пример, достаточно мне нравится. Это просто серия. У них вся программа лояльности, они вносят всех своих клиентов в определенную базу. Ну, сейчас это еще проще технически стало с покупкой различных устройств, типа смартфон. Вот. И они им шлют какое-то количество писем там, с разными рассказами. Здесь что хорошо, что здесь вот очень точная и многомерная, многофункциональная сегментация. И каждая цепочка писем, она вообще прям простроена вот идеально в плане сценария, да. Если человек получил письмо, оно не открыл его, если он его открыл, но в течение 2 дней, там, если он нажал сюда, если он нажал туда, если он там на эту область, на другую, то сейчас есть эти все возможности, и даже у вас программа лояльности может без сайта функционировать, если у вас есть хорошая, отлаженная система отправки оповещений, это смс-информирование и e-mail. Ну, там, я не говорю там про SSD и так далее. Ага. Ну, это вот как эти этапы пройти с минимальным для себя потерями. Я думаю, что это, ну, как бы не загадка для каждого человека, для каждого специалиста. И вот про дополнительные, кстати, интерактивные элементы обязательно необходимы такие разделы, как «Спроси эксперта», «Факты» такие же устраивать. Тоже очень интересно. Там поделись с другом, передать другу что-то, ну, что возможно, да, делать. В общем, всякие вот эти вот вирусные механики, которые сейчас уже в социуме понятны из социальных сетей, в программу лояльности очень легко интегрируются, если вы создаете свое собственное сообщество, посвященное чему-либо. Даже, может быть, и, кстати, и финансам. И, словно говоря, хотел вот рассказать, мы как раз предлагали тоже банковской структуре организовать некое сообщество девочек, там, кто куда любит тратить деньги. Ну, потому что все любят там какие-то традиционные программы, да, там, не помню, кэшбэками и так далее. Но, тем не менее, то есть девчонки же не просто хотят там потратить, они хотят с умом, выгодой, чтобы различные там магазины, в том числе, могли писать, ну, такой вот мини-космополитен, что, в общем-то, несложно достаточно сделать, чтобы был какой-то один какой-то редактор, несколько редакторов разных разделов. К этому можно было блогеров привлечь, у которых ведение таких разделов, да еще у серьезной компании, это всегда повышение популярности. То есть, на самом деле, такие программы вот лояльности, как создание сообщества, они могут быть достаточно выгодными друг другу, если, ну, если все правильно сделать, если вот все интересы сообщества учесть.
членов сообщества, то очень даже интересно может получаться. Так, ну и про результаты расскажу немножечко. Значит, что очень важно добиться можно, когда программу лояльности организуешь. Первое – это отказ от дисконтирования, что очень важно, мне кажется, для любой компании, особенно финансовой. Второе – все-таки сбор клиентской базы для исследования. Есть база, есть возможность ее увеличить, нет базы такой. Сжигание невостребованных бонусов, ну, это вообще замечательно, потому что что-то произошло, прошло, куда-то оно все делось, растворилось, но тем не менее человек действия, которые вам были необходимы, он совершил. Как правило, если полные правила, да, мы выкладывали в самом начале вступления в программу, все четко прописывали, люди не обижаются совершенно, они, в общем-то, готовы там к каким-то минимальным потерям и так далее. Вы с помощью программы лояльности получаете таргетированный маркетинг и новый коммуникационный канал для информирования своих клиентов. Это вот скрытых. Вот, естественно, все это выливается в увеличение продаж, а возможности наиболее там тонкого аналитики покупательского поведения. Ну, конечно, апсейл, кросс-сейл, все это, естественно, с помощью механик программы лояльности очень легко обжимается. Ну и сокращение расходов на проведение промо-акций. Когда у вас есть некий интерфейс, с которым постоянно человек общается, такой персональный профиль, то вы даже можете вот точки рекламы уменьшать со временем и постепенно только в том месте, где программа лояльности анонсируется, там ему давать какую-то информацию о том, что его ждет постепенно. Ну и как возможная выгода компании, это сокращение затрат на маркетинг. Честно говоря, я такой компании еще ни разу не видела, которая по собственной воле сокращает затраты на маркетинг. Только в связи с кризисами почему-то пока. Вот. Но чисто на практике обычно идет переструктуризация. То есть можно сэкономить там условно на контекстной рекламе и перекинуть то же самое там, в призы. Это будут понятные расходы, понятные затраты, понятные клиенты. Здесь уже более четко. Ну и вот еще несколько вариантов. Таких интересных, на мой взгляд, которые с помощью цифровых коммуникаций происходят. Как вариант, это динамическое ценообразование. То есть, если есть какие-то панели в помещении, например, вот, то даже любой оператор может с этим справиться, да, условно. Есть, я наблюдала недавно просто такую картину, есть несколько диванчиков, а перед каждым диванчиком есть панель плазменная, и на ней крутят все подряд. Ну, мне кажется, что все-таки логичнее было бы, если там, это, например, оперкасса, да, рассказывает, какой выгодный курс, а если это там пункт приема платежей ЖКХ, рекламировать там варианты, как вы можете это сделать, там, например, через ваше приложение. То есть вот есть такие варианты, когда персонализированные доставки сообщения, электронные, их нужно использовать максимально. Для того, ну, то есть с анализом той аудитории, там, условно говоря, если ты видишь, что перед тобой там стоит или сидит бабушка, то ей что-то одно ты предлагаешь, да, там, не знаю, молодой парень, что-то другое, пока он, например, в очереди сидит, да, ну, то есть это возможно. Вторая интересная история – это лайкнутое ценообразование. Ну, вот здесь механика какая была с привлечением. В магазине одежды просили полайкать после того, как ты примеряешь, понравилось, не понравилось, если человек купил, ну, то есть вот отслеживался его профиль. И, соответственно, когда новый посетитель входил в магазин, перед ним одежда выстраивалась в порядке того количества лайков, которое она набрала в целом в данном магазине. И, честно говоря, чисто механически можно также оценить, если профиль включен, да, если Wi-Fi включен, мы можем со смартфона снять личные данные и предложить данному конкретному человеку именно, например, сколько его друзей в
конкретно лайкнули данную штуку. На этой механике можно для финансовых компаний, даже не представляя, какое количество там открытых данных для анализа и последующий расчет программ лояльности, там, мне кажется, она просто огромная. Но вот нужно понимать, что это все совершенно спокойно, возможно, сейчас можно делать с учетом тех диджитал-инструментов, которые на рынке существуют. То есть можно даже... Вот, нет, не следующий слайд, но следующий слайд тоже интересный. Значит, запись к персональному стилисту, к персональному консультанту. Это очень важно, приглашать сторонних людей в качестве каких-то экспертов, которые по бизнесу нужны вашим людям или по своим задачам, которые им рассказывают, что им и как делать. Если у вас, не знаю, люди берут ипотеку, то, наверное, неплохо было бы проводить консультации с каким-то архитектором, как делать правильный ремонт, или там такое сообщество создавать на тему. Записи, да, к этим консультантам, там, помогать в анализе договоров, может быть, на какие-то дополнительные вещи, помимо собственной проверки. И, например, я даже с удивлением обнаружила, у нас есть такое агентство недвижимости, которое самостоятельно продает объекты. Они прям говорят, вот если вы для себя несколько объектов рассматриваете, вы поднесите нам образцы договоров, мы вам скажем, где что неправильно. Ну, надо говорить, что в этот момент они очень сильно агитируют на собственную покупку. Для финансовых компаний здесь тоже огромное поле, потому что финансовые структуры, особенно те, которые анализируют предварительные договорные отношения, мне кажется, их юристы понимают в этом, там, знакомые еще, которые хотят, и, в общем-то, для которых важны такие клиенты. Вот здесь такая прям была бы лояльность со стороны профессионального сообщества, то есть когда юристы приходят оформлять там несколько договоров, а он только что выступал перед аудиторией, он с удовольствием посоветует этот банк, там, иди сходи, там, возьми, кредит на лизинг, оборудование, что-то еще. Или там, условно говоря, если это лизинг какого-то оборудования, соответственно, специалистов по такому типу оборудования, которые рассказывают клиенту, там, в чем. Ну, то есть это надо думать, но в целом, как бы, вот это вот очень, на мой взгляд, хороший механизм. Что еще я бы хотела, ну, как специалист и как клиент, увидеть в финансовых именно организациях? Вот, как ни странно, на упаковке достаточно просто написать это там выбор, ну, здесь конкретно, да, выбор диабетиков. В магазин, если заходишь с колечками там или платьицами, везде написано, и это платье выбрала, там, не знаю, Таплер для своей фотосессии, это колечко вы видели там в Харьков базар и так далее. Почему-то в финансовых компаниях в качестве привлечения к своей программе лояльности никогда нет каких-то таких же интересных вещей. Да? Ну, вот, условно говоря, если вы кредит возьмете на миллион, вы можете ездить на такой-то машине, или там вот с таким вот потребительским кредитом вы можете там позволить себе вот это, вот это и вот это. Просто вполне хороший магазин такой интересный, который вот мог бы просто в точке присутствия, да, дополнительно стимулировать каким-то покупкам. На мой взгляд, вам бы еще приплачивали за эти места, как, например, в Библионе клиента. Ну, то есть вот какие-то вещи, которые просто с другой стороны помогают клиенту посмотреть на вашу же услугу и почему вообще в ней стоит участвовать. Здесь вот эта вот важность, да, и вовлеченность одновременно. Вот, кстати, идея о том, что когда человек смотрит на сайте, на вашем что-то, да, ну, как она может быть воплощена, когда он заходит в магазин, к нему может вообще прийти продавец уже настроенным планшетом, что человек смотрел, что он рассчитывал предварительно, какие-то результаты. И сразу эти результаты, они могут быть сразу переданы на устройство продавца. И это тоже порождает взаимную лояльность, потому что клиенту не нужно задавать дополнительные вопросы того, чего он уже узнавал, потому что часто, да, от точки контакта оператор тебе говорит одно, на сайте ты рассчитываешь это что-то другое, приходишь, тебе сотрудник говорит третье, вот желательно это все эти данные каким-то образом сметчить и организовать и сделать единым информационным полем для клиента, он это оценит, поверьте, мне уже не раз проходили, ну, то есть фотографии конкретно из магазина бытовой. Так, это мы пропускаем это там в чате чека, точно нет.
Вот, и новое поколение лояльности. У нас вот варианты закрытых клубов, они очень редко. То есть у любой программы лояльности не должна быть обложка какая-то. То есть ради чего вы это все организовываете, в каком это виде, то есть какая это идеология, структура. Да? Вот с внутренностями мы более-менее разобрались, какая должна быть обертка. Собственно, у нас идеология закрытых клубов, она только-только началась. И все закрытые клубы в основном это исключительно, ну, какие-то просто скидки, просто доступ до скидок. По факту тебя просто берут какие-то твои персональные данные, и дальше тебе присылают то же самое, что и всем остальным. А вот на данном конкретном предложении здесь все иначе. Здесь действительно спрашивают, там, какие марки тебя интересуют в целом, там, что ты любишь покупать, какой у тебя размер одежды, там руки-ноги, отсылаются фотографии, показываются различные стилистам. И эти стилисты, ну, на самом деле, все уже автоматически давно можно делать, есть такие стартапы, очень неплохо работают, массовые, вот, которые составляют луки персональные, присылают человеку уже в том там, стиле и направлении, которое они носят. Мне кажется, нет ничего сложного в том, чтобы проанализировать хорошо эту базу и такими же вещами заниматься, может быть, не каждый день, конечно, да, но вот раз в какое-то время. Клиент эту заботу оценит, но для этого надо с клиентом пообщаться, насколько им это нужно и как это все может выглядеть. Ну, это рассказ, ну, в общем, следующий слайд, это просто про какими методами можно пользоваться для того, чтобы тебя узнавал оператор сразу при входящем звонке, понимал, что ты искал и как это все настраивается. В общем, мне кажется, не так это актуально сейчас, потому что технических деталей очень много, и это рассказ не одного дня. Значит, к чему я хочу перейти, тоже важный момент, который выпускается при построении программы лояльности. Это, как ни странно, доступность этих великолепных вещей, которые вы придумаете, чтобы они у вас были. И тенденция последнего времени – это огромное количество различных деталей на сайте, ну, точки контакта, с которым клиент взаимодействует, который на самом деле его отдаляет очень сильно от точки этого потребления. То есть, вот, понятно, да, что я говорю? Да, Виктор задает хорошие технические вопросы, сейчас я отвечу, извините. Чуть позже на них обязательно отвечу. Ну, автомат настраивается через провод. Так, ну, подсчитывается все, специальное программное обеспечение пишется. Я вот просто сейчас не помню, о какой компании, но если нужно будет, я уточню, потому что мы участвовали в этом проекте разработки. Давайте сейчас поговорим немножечко про сайт. То есть согласны, да, что то, как сайт работает на вашей стороне, и как смотрят на его работу айтишники, они считают, что у них все быстро, что сервера там где-то, информация зашифрована, особенно у финансовых организаций. Но при этом все это количество нагроможденных деталей очень плохо открывается у клиента на мобильном телефоне, на слабом интернете и так далее, и так далее, и так далее. Как ни странно, таким образом теряется огромное количество пользователей и больше уже никогда не возвращается. То есть, ну вот, что говорить уже о конверсии, да, но около 80% людей не готовы чем-либо пользоваться, если сайт у них загружается медленно, и они никогда не возвращаются. Мы эту статистику каждый год уже проверяем, этот процент постоянно растет. Более того, ну, если говорить в целом о лояльности, да, то люди максимально негативно относятся к тому, что сайт открывается плохо. Это в целом как бы впечатление о компании, что она такая неповоротливая, ну, как, ну, организаций в целом подкрепляется такое мнение. Поэтому на сайте должно быть максимальное там юзабилити, и он очень быстро должен открываться у клиента. Если вам хочется там узнать, насколько быстро ваш сайт открывается из разных точек России, с каких-то устройств и так далее, есть несколько специальных ссылок, в частности IRF, там можно нажать кнопку «Проверить скорость сайта» и полностью все в деталях вам нарисуется. Ну, на количество установок, загрузок влияет, да, там, если я хочу принять участие в какой-то акции, чтобы зарегистрироваться. Помимо того, что мало итераций должно быть, нужно еще, чтобы
после каждой итерации связь не прерывалась, да, и не было, ну, здесь это рассказано, как Firefox победил в количестве загрузок просто на скорости установок. Здесь потрясающая статистика на этом слайде. Вот я знаю, что Юль читает, особенно для B2B компаний. Мы работаем, ну, с такими крупными клиентами, которые огромными машинами торгуют. И когда мы, разговаривали с собственниками, они продают, мы машины называются, они продают каких-то огромных белазов, не знаю, может, 6 штук в месяц, это для них норма. То есть у них буквально количество заходов на сайт очень маленькое. Но тем не менее, они сказали, что увеличение стабильной скорости сайта для них ощутимо для бизнеса и для их клиентов. Очень важно. Ну, так можно посмотреть, во что это может вылиться, какие цифры. В целом, то есть, значит, просто отвлекает очень сильно вопрос, поэтому давайте чуть попозже. В целом, значит, вы можете увидеть больше посетителей из любых поисковых машин. То есть, если вы хотите действительно снижать затраты на рекламу, и чтобы больше, лучше, чаще находил вас пользователь, поисковая машина учитывает скорость на сайте. А меньше отказов будет, это однозначно увидите в статистике, больше средний чек, что однозначно говорит о лояльности потребителей, ну, и перебойной заботой и защиты от дезинфекторов и вирусов, это как такая специфическая наш чек. Есть у вас какие-то вопросы, вот и мой мобильный личный телефон, вот моя рабочая почта, вот телефон и почта моего партнера. Я на сегодня, наверное, про программы лояльности и как их правильно комплектовать заканчиваю, готова ответить на вопросы. Можем что-то сами сконструировать, если какие-то идеи у вас возникли. Виктор спрашивает, значит, как на вешалку выдается количество друзей? На вешалку количество друзей не выдается. На вешалку возможно выдать количество какого-либо действия в социальных сети, например, количество твитов в данной куртке или количество, не знаю, инстаграмов в данной куртке, если они только что его отвечают, друзей данного человека. Вот, например, вот это. Или количество лайков странички друзей данного человека, например, да, с этим брендом. Если не монобрендовый магазин, разнобрендовый. Это все... Как делается связь? Ну, техническими методами. То есть нет специального, то есть нет специальной конфигурации или какой-то бесплатной программы, которая это делается, это пишется под клиент, какие-то такие фичи. Но в целом, то есть есть разработки, они как-то дорого стоят для России, где-то вот, например, если такой кейс, без учета торгового оборудования, да, но он где-то 2,5, наверное, нет, сейчас даже скажу. Мы последний раз, когда просчитывали, от 5,5 миллионов просто настройка самого оборудования, это без учета вот этих вот лицензий и так далее. Будет ли предоставлена презентация? Юль, не знаю. Я не организатор, я спикер. Я свою презентацию организаторам отдала. Вот поэтому... А какие вам слайды показались наиболее интересными, кстати? Что вот вас заставило каким-то образом задуматься, или где, может быть, вы для себя поняли, что вот он ответ, ну или хотя бы рядом что-то. Юль, слышно меня мой вопрос? Расскажите, пожалуйста, в какой области вам презентация показалась полезной? А, инструмент анализа. Хорошо. Ну, тогда гляните, контакты мои есть, можете еще какие-то вопросы в режиме свободном задавать.
Вот, большое всем спасибо, что пришли. Я, с вашего позволения, откланяюсь. Все полезно. Ну, на самом деле, вот это моя, на самом деле, любимая, как бы, тема программы лояльности, потому что я люблю и про технические новинки какие-то подбирать информацию вообще, смотреть и рассуждать, и как обернуть, и какие-то кейсы решать интересные, что может быть интересно, что не может быть интересно. Зарубежный опыт смотреть, потому что какие-то есть вещи, которые у нас хорошо проживают, за рубежом не очень, или наоборот. То есть мне кажется, что вот мы сегодня просто за 2 часа успели просто поговорить, ну, прикоснуться к какому-то даже ограниченному кругу вообще вопросов, которые в тематику программы лояльности умещаются. Да? Ну, мне здорово, что мы с вами так смогли немножко позаниматься. Конечно, мало я инструментов вам дала для аналитики, очень сильно мало. Благо, вот во всех сейчас...